в Мульте, это населенный пункт в Республике Алтай, есть вот такой вот очень необычный, интересный домик. Дом яйцо. Да, дом похож на какое-то яйцо. Вот. В самой деревне Мульта говорят, что раньше жили старообрядцы, но что-то не похоже это на старообрядческие традиции. Ну, типичная Мульта выглядит примерно вот так. То есть вот она, типичная улица, по которой мы едем. Как-то вот все выглядит вот таким вот образом.